Всем приветик, я сделала себе кофеек и решила распечатать уже яичко, которое я вам показывала. Это яйцо тоже сделано в Италии, по крайней мере, так написано было на коробке общей. Стоит оно 119 гривен, покупала в Сильпо. Решила посмотреть, интересно, что там. Никогда не брала, вообще люблю киндеры. Давайте взвесим, сколько грамм. Написано 60, вот я взяла сейчас весы и взвесим. А пока весы настраиваются, еще смотрите, я еще себе купила улитку для настроения. Но, конечно, в последнее время не фонтан. Посмотрим тоже сегодня, что попадется. Так, оно уже все настроилось. Давайте смотреть. 69. Ну, это, наверное, вместе с игрушечкой. А 60 грамм это шоколада. Так, что тут пишут? Сейчас опять будет номер телефона и меня заблокирует. Тикток. Нету номера. С молочным шоколадом и с игрушкой. Все. Что, давайте открывать. Кстати, у кофе получилось. Так, видно тут пенка. Смотрите, какая. Это на взбивашку от Алиэкспресса. Так. Тут даже не нарисовано, что может быть внутри. Тоже наши клеили. О. Интересно, кстати, какой будет шоколад. Такой, как вы помните? Или уже больше похож на наш? Ну, некрасиво получилось снять. Или красиво не получилось снять. Ну, вот оно такое все. О, господи. Все в звездах с какой-то дыркой. Давайте еще раз взвесим. Получается, это ничего не весит. Так, давайте открывать. Оно мягкое, потому что я его не ставила в холодильник. Ну, самое интересное, что не растаяло. Так. Ого, какой-то синенький. Синенькая коробочка. Так, оно у нас рассыпалось не так, как стандартный киндер. Вот что у нас тут. Такая таблеточка какая-то синяя. Опача. Динозавр, что ли? Динозавр. За 119 гривен. Так, что еще есть? Хоть бы розовый попался, а то что... Вот. Такие у нас игрушки еще есть. Ну, не знаю, не знаю. Как-то мне так себе. Ну, игрушка плотная. Ну, сколько она? 5 грамм. Вот эти 5 грамм. 11. Получается, у нас там было 68, 69. Напомните, сколько. И 11 грамм вот эта вот вся фигня. То есть шоколада меньше. Давайте взвесим то, что осталось. Сколько шоколада получается. Любитель все взвешивать. Так. Ну, тут уже остатки эти. Я, наверное, плюс 1 грамм дадим. 58 грамм шоколада. Нормально, кстати. Думала меньше. Ну, в общем, вот так вот. Вот такой итальянский киндер-сюрприз с игрушечкой. Ожидала большего. Ладно, будет на память. Больше я вряд ли возьму. Именно такой. Сейчас будем пробовать шоколад. Кстати, по сравнению с предыдущим киндером, которым мы с вами пробовали, шоколад отличается. Тот шоколад более вкусный. Этот тоже вкусный, но у него такой какой-то жирный привкус, как пальмового масла. Вот. Ну, видно, что он тот подороже, этот чуть подешевле. Шоколад именно. Я не знаю, как это объяснить, но это вот именно по вкусу чувствуется. Но, кстати, неплохо. Я думала, будет хуже.
Я думала, будет, как у нас в таких есть киндеры левые от других производителей. Киндер-сюрприз, короче, ну, вы поняли, какие. И думала, будет такой вкус шоколада ужасный. Нет, вкусно. В принципе, вкусно. Все, всем пока-пока. Следующее видео будем Боба распаковывать.